Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов в рамках проекта «Единой России. Партийный десант» осмотрел ремонт плотины на реке Большая Веземка. Гидросооружение, расположенное в Южном парке города Голицына, депутат посетил вместе с начальником территориального управления Галиной Кувшинниковой и общественностью. Капитальный ремонт плотины осуществляется по народной программе партии. С этой инициативой вышли граждане, а финансирование идет из областного бюджета. Работы на объекте начались в сентябре. По завершению капремонта и благоустройства прилегающей территории плотина станет современным гидротехническим сооружением.